Всем привет, с вами снова Александр. Сегодня я хочу рассказать вам о новинке, которая появилась в магазине Мир Автокресел. Это новая люлька от компании MaxiCozy. Модель имеет такое интересное название, как ROC. Она, кстати, соответствует уже новому стандарту безопасности iSize. Вот на значок об этом говорит. Возить ребенка здесь можно от 45 сантиметров до 75 сантиметров. И в Адаке она получила, кстати, оценку хорошо. Если интересно, зайдите на сайт Эйдак, найдите эту люльку и посмотрите все по пунктам, что именно, какие оценочки более детально она там получила. Вот, ну, собственно, это были коротко технические характеристики, а вы садитесь поудобнее, будем с вами ее изучать. Собственно, вот эта прекрасная люлька MaxiCozy ROC. Вот как выглядит ее внутреннее убранство. И в самом начале хочу подчеркнуть и показать вам, уделить больше внимания вкладышу. Вообще у MaxiCozy вкладыши они используют, особенно в Pebble, старшей модели Pebble Plus, вот в этой непосредственно ROC, используют очень крутые вкладыши. Не просто какая-то поролоновая губочка, вставочка, а именно настоящая продуманная конструкция. Здесь даже подголовник с такой, с эффектом памяти. Нажимаешь, он возвращается обратно в положение. И вот этот самый вкладыш делает пребывание ребенка в автолюльке комфортным. Делает спинку ребенка чуть поровнее. В общем, вещь крутая и полезная. Соответственно, здесь ездим-ездим, когда понимаем, что ребенок уже ему тесно, убираем его, и вот, пожалуйста, у нас здесь куча места. Все-таки до 12 килограмм можно возить ребенка и 75 сантиметров. Ну, реально, места много. Даже если ножки упираются в сиденье, это не значит, что уже все, ребенок отсюда вырос. Нет, спокойно едем дальше, ножки просто чуть больше согнуты. На самом деле это нормально. Так, возвращаем вкладыш обратно. Делается это тоже очень просто. Ремешки через специальные проушины просовываются, и все. Вот так вот, раз. И здесь то же самое, раз. Все, сам ребенок здесь крепится системой трехточечных ремней. Фиксируем. И натягиваем уже по ребенку настолько, насколько нам это нужно. Так, как вы уже заметили, автолюлька комплектуется козырьком. Козырек реально полезная вещь, когда солнышко низко, чтобы ребенка не слепило. Это вещь полезная. Кстати, что касается безопасности, здесь в кресле, в боковых частях используются специальные энергопоглощающие материалы. Кто-то из производителей делает дополнительно внешнюю систему гашения энергии удара при боковых ДТП. MaxiCozy пошла другим путем и сделала ее изнутри. Ничего снаружи не торчит. Эстетично, эстетично. Вот. Что касается тканей, компания заявляет, что ткани используются премиального класса. И тут абсолютно я с этим не поспорю, потому что ткани в MaxiCozy во всех креслах без исключения хорошие. Без вопросов. Вот. Что касается крепления, автолюльку можно крепить двумя способами. Это ремнем, который вам способ я продемонстрирую. И можно докупить базу Toei Pearl, на которую после чего вы можете ставить группу 1, между прочим. Вот. И ставить на базу Isofix в автомобиль. Но базы у меня сейчас нет на руках, поэтому я покажу вам, как крепить ремнем. На базу ничего сложного, просто щелчок и все. Там с крепежом заморочек нет. Так, смотрите, что нам нужно, чтобы прикрепить. Разворачиваем. Берем ремень. Вот видите, специальные направляющие для ремня. Вытаскиваем ремень полностью. Продеваем направляющих. Застегиваем. И уже вот с этой стороны вам видно, здесь есть специальный направляющий для ремня. Проводим здесь. И после того, как мы эти манипуляции провернули с вами, нам нужно кресло вот так вот натянуть. Вот, таким образом, пытаясь его вывернуть, мы всю конструкцию хорошо натягиваем, и оно стоит как укопанное. Единственное, что бы я еще порекомендовал, докупить сюда специальный валик, аксессуар такой продается. Видно вам хорошо, где моя рука, да? Вот в это место, чтобы люлька при тряске автомобиля чуть-чуть не съезжала, чтобы вам не так часто приходилось ее донатягивать. Вот, собственно, по креплению, как это выглядит, все понятно. Кстати, эта люлька и годится и для перелета в самолет.
Очень здорово. Вот. И, кстати, по поводу стирки тканей. Спокойно сняли, постирали при 30 градусах. Тоже очень неплохо. Так, ремень чуть-чуть завернулся. Ну, ничего страшного. Так, соответственно, что мы имеем? По итогу. Вообще, Максикози, она, Максикози люлька, я имею в виду, что Рок, что Пибл, они обратно совместимы с многими колясками. Поэтому вы можете ее дополнить комплектом, комплект коляски, сделать ее там 3 в 1, и будет у вас такой комплекс для перевозки ребенка в коляске и в автомобиле. Вот. Плюс базу Isofix докупили и к ней первую группу. Поэтому вы как бы себя полностью избавляйте от мук выбора следующего автокресла для ребенка в автомобиле. До 3-4 лет вы как бы себе все уже подготовили для ребенка. Поэтому Максикози, как говорится, смело могу рекомендовать. Я сам рассказывал в предыдущих обзорах на Пибл Плюс, что сам ребенка откатал в Пибл Максикози. Мне действительно люлька понравилась, она реально хорошая, качественная, тут претензий вообще у меня никаких нет. Ну и Рок не исключение. Интересная новинка, безопасная, качественная, удобная. Мы мерили детей. Классно, ребенок сидит здесь, точнее говоря, лежит здесь, классно. Кто-то говорит, что он полусидит в автомобиле, так должно быть, чтобы вы понимали. Нельзя горизонтально лежать в автомобиле, это небезопасно, ребенок должен быть сгруппирован. И в ДТП, не дай бог оно будет, мы же для этого покупаем кресло, ребенок должен быть полусогнут и сгруппирован. Это важный момент. Так, ну, собственно, все, что хотел рассказать, я вам рассказал. Смело могу рекомендовать, так как сам пользовался. Чуть больше старшей модели. Вот. Ну и, собственно, все, что хотел рассказать, рассказал. Если было интересно, полезно, что-то вы для себя подчеркнули, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. И большое спасибо Миру Автокресел за предоставленную автолюльку на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора автолюльки для вашего ребенка. И всего доброго.